Хасавюрте по многочисленным обращениям жителей многоэтажного дома по улице Набережная 12 на плачевное состояние крыши администрация города совместно с Дагестанским фондом капитального ремонта была обновлена крыша многоквартирного дома. Установка кровли была проведена по последним технологиям, установлены снегозадержатели, желоба и конструктивные элементы стропильной системы. Заместитель руководителя Дагестанского фонда капитального ремонта Магометхан Далгатов более подробно рассказал о проведенных работах. У нас ежегодно принимается краткосрочная программа по капитальному ремонту в многоквартирных домах. Вот. И каждое муниципальное образование его принимает, и сотни общереспубликанские делаются. Вот на сегодня мы по программе предусмотрены был в этом доме на этот год ремонт кровли. Очень критическое положение у него, видимо, было. Затапливали квартиры последних этажей, поэтому решили этот дом сделать в администрации, и мы его выполнили. Уровень взносов в Хасавюрте за текущий год составил 16%. По словам руководителя фонда, эти цифры оставляют желать лучшего. Фонд активно работает в направлении разъяснительных бесед с людьми. Магометхан Далгатов выразил благодарность руководителю и работникам подрядной организации ООО «Стройсервис 2008» за выполненную работу в поставленные сроки. И вот здесь руководитель нашей подрядной организации, вот они, чем мы благодарны? Во-первых, благодарны хорошей, красивой, качественной работе, а во-вторых, благодарен, что этот расход, он работу выполнил за счет собственных средств, чтобы потом оплатить, после как, вот сейчас мы закончили, прием сделаем, и после этого только происходит оплату, а за это время он делает за счет собственных средств эту работу. На сегодняшний день мы... Срок уложились, заданные задачи справились нормально, жильцы довольны. Курбан Гериханов, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».